Все, ребята, пообедали. Гора посуды. Что-то я забыла про... Не загрузила свою эту... Запарилась. Помощницу не загрузила. Жарко у нас. Жарко. Все окна открыты, но все равно жарко. Да еще борщ горячий. Еще с Юриком по стопочке. Вот. Не показала вам, что у нас на обед. Как-то вот так все бегом. И... Ну, а что был? Борщ, пирожки, картошка, огурчик малосольный, вот, лук, чеснок зеленый. Да, ну вот. Да и все, и наелись все.
Наелись от души, и Юрий говорит, фух, прям картошки только чуть-чуть съел. А там что-то тучки такие идут. О, сейчас покажу. Вот видите, окно настежь открыто. Но тут вот возле окошка так вот хорошо. Хорошо. Так. А я сейчас, Лёшек пошёл спать. Вон, видите, тучки какие? Вон. Лёшек пошёл спать. Я хочу сейчас пойти сделать видео, то, которое вот, что она снимала на понедельник. Заранее прошу прощения, ребята. Может, не получится у меня ответить на комментарии, но все прочитаю, все пролайкаю. Пожалуйста, поймите. Сыночек приехал. Да. Вот. Так что прошу понять и простить. Когда уедет, будем общаться. Как обычно. А сейчас, ну, просто вот, знаете, вот не хватает времени. Вот сейчас вот до этого времени вот все крутилось. Сейчас вот где-то 2 часа, наверное, 3-й час. Сейчас пойду сделаю видео на понедельник, чтобы завтра у меня был свободный день, чтобы могла вот с сыночком побыть. И вечером. Вечером тоже. Ну как? Разве что, если Юрик на рыбалку поплывет. Поплывешь на рыбалку, Юр? Посмотрим. О, ну, посмотрим. В общем, будет видно, посмотрим. А розочка. А, красота. Все, сынок отдыхает, расслабляется. О. В тенечке. Ну и пускай. Все. Ты спать будешь? Может быть, да. Да. Ну иди, отдохни чуть-чуть, конечно. С дороги. Надо немножко отдохнуть. Вот. В этом году, я смотрю, очень много винограда будет. Этого вот дикого девичий виноград, который. Вот, видите, бубочки. Вон, вон, вон его сколько. Он еще не распустился, еще не цвел. Ну, очень много. Я не знаю, птички его едят, нет? Вот. Ладненько, все. Все, пошла. А то получится очень длинное видео. Говорят, у вас двери скрипят. А мне, ребята, так нравится. Вот верите, я бы на самом деле уже давным-давно бы сказала Лёшику, они у нас здесь такие вот, там еще цепляет. Вон, внизу, видите, вот там. Но мы их не трогаем, потому что мы обычно через этот вход не ходим. Здесь у нас всегда закрыто, вот здесь стоит тумбочка, здесь просто спальня. Поэтому мы его и не трогаем. Это временно. Вот. Это временно. Ладненько. Фух, очень жарко. Очень жарко. А я вот немножко, ну вот такое вот обычно лицо. Чуть что жарко, и все, я уже красная, я уже. Все у меня. Мама шутила. Говорит, не то что шутила, а рассказывала мне. Говорит, ты в роддоме, когда родилась, все дети красные, а ты белая.
белая-белая. И говорили там вот, ну, женщины, которые лежали рядом, говорили, это у тебя еврейка родилась. Не знаю, почему так. Ни в коем случае не хочу никого обидеть. Ну, вот как-то так. Но с моим носом я не тяну на еврейку, да? Да. Все, ребята. На сегодня все. Я не знаю, что получится. Может, из кусочков получится видео мое. Два или, может, три. Я не знаю. Ну, посмотрим, что получится. Все. Прошу понять и простить еще раз. Да. За то, что не смогу ответить на ваши комментарии. Все прочитаю, на все вопросы отвечу. Вот. И спасибо вам большое за понимание. Я знаю, вы поймете. Да. Да уже ж не первый раз. Да, все понимают, все. Спасибо вам вот от души. Спасибо большое за понимание. Все, пошла. У нас где-то гремит. Лавандочка у меня уже расцвела. Смотрите. Смотрите, как цветет он. Ой, как пахнет. Обожаю, как пахнет лавандочка. Расцвели вот такие вот ромашечки. Видите, какие красивые фиолетовые. Но это, наверное, не ромашка, это как-то по-другому называется, но имеет вид ромашки. Вот. Что тут моя гортензия? Будет что цвести или не будет, не знаю. Надо сегодня поливать. Если дождичка не будет, надо поливать. Просили Юрика больше снимать. Ну, отдыхает Юрик. Отдыхает. Он пошел. Я пока сидела, монтировала видео. Он пошел, прошелся. Посмотрел, позаглядывал. Все кругом. О. И прилег. Прилег отдохнуть. Ну, пускай. Вот в этом году какие-то вот на яблоне даже листья какие-то неполноценные, какие-то маленькие. Да, вот видите? Что это за листья? Обычно вот, гляньте, ну что это? Обычно они такие. Такие прям, ух, лопатые. Кто там? Кто там? Кто там? Кто там, а? Зашло, хоть не так жарко. Хоть не так жарко, да. Надо ставить кресло. Ну, завтра, наверное, хлопцы приедут, будут что-то делать. Завтра Не воскресенье, знаю. наверное, вряд ли. Кш-кш-кш-кш. Кш-кш-кш. Кто там? Кто там? Гони их. Гони. Гони, гони. Брысь. Качельку надо это. Она пошла уже, да? Клубника пошла. Ну, мелкая в этом году. Мало, плохо. Все уже, она переросла. Надо, он будет, уберем этот новые насади, да? Чеснок. А новую мы там купили, она там, с той стороны. А-а-а. Да. Надо открыть качельку. Гремит у нас там. Хорошо, не жарко. Так приятно, ветерок такой прохладненький, хороший. Даже не прохладненький, а такой вот приятный. Ты что туда, на прополку пошла? Лиска.
Что ты там? А? Мартышка. Вон, заваливайся на качелю, Юр. Бархатцы уже как пошли цвести. О, надо взять, да чуть-чуть подпушить тут. А то как-то... Варварушка! Эй, что ты лапки спрятала? Холодно будет, а? А этот вылегся. Барбос. Курочки там барабанят. Лёшек покормил. Ну чего ты? А? Говорят, воды у курей нет. Вот она стоит, вода у курей. Вода не попала в кадр просто. И всегда вода у них есть. Всегда воду наливаем, подливаем свеженькой. Просто она в кадр не попала. Но это не значит, что ее нет. Ты яйца смотрел? Не? Там пока никого нет. Нету сегодня яиц. Одно то, что мы положили, лежит и все. Поужинали, да? Вот. Кормим их два раза, утром и вечером. Вот так. Так, ну что? Нету. Не. Что ты, Лёшек, делаешь? Ну, пойдем дровами займемся. Ты же не отстанешь. Дровами? Вот эти. Но я не отстану. Что, я при чем? Это надо сделать. Я не отстану. Подвязала огурчики. Поставила у меня вот такая вот штучка, вон, видите, стоит, есть. Вот. Вот так, пускай плетутся. А там потом он, можно их туда закинуть, на эту. Наверх. Поликарбонат. Вообще, капец, ребята. Знаете, видите? Как бумага. Что это за поликарбонат? О. Ну, стоит. Ой. Я так думаю, что будет стоять до весны. И еще весной. Пока дырки не появятся. Потому что новую покупать просто не за что. Да ну и ладно. Да и ладно. Стоит и стоит. Клубничка. Что там, хлопцы, пошли дровами заниматься. Кабачок уже вон какой, видите? Вон. Вон еще один там.
А тут тыква. Рядом получились тыквы. Походу, один кабачок. А то все тыквы. Ну ладно, хватит мне одного куста. Ой. Если надо будет, у ребят он возьмет. Я не знаю, было много кабачков. Почему только один куст остался? Не знаю. А куда вы их хотите? Ну, в этот, наверное. Это лестницу. Прямо лестницу кухни там скидывать. Где Толя лежит, прямо около Толи. А что туда? Ну и будем сейчас эту принесем туда. У какой летней кухни, Толь? Можно сразу в этот. Куда? Вот который коротким. А, ну хотя. Там перебирать надо. Так может сразу его перебрать? Будет проще, чем потом опять перебирать. Чего перебирать? Здесь? Не-не, давай. Хватит, то она еле берет. Давай возьмем у ребят тачку. Двумя тачками перевозим. Вот сколько яблок. Может, потому и листья такие мелкие, что яблок столько нацеплялось. О. На переработку. Пилить. Потому что длинные они. Юрик пошел на рыбалку. Поработал. Дрова возил. Вот и пошел на рыбалку. А я полила. Клумбочку полила. Все клумбочки полила. Виноградик, кусты свои полила. Вот, сейчас пойду с той стороны, еще надо мне полить эти гортензии. Гортензии надо полить. Водичка наливается вон в эту бочку. Сейчас сюда налью, а потом с той бочки полью гортензии и туда долью. Лилюшка, что это, девочка моя? А? Вот такой вечер, тихий, спокойный у нас вечер, ребята. Да? Все, надо выключать. Вот там у нас будет мойка, под мойкой будет кран. Лёша говорит, выведу вот сюда кран. Ну да, чтобы не таскаться там с этим грязным шлангом. Вот. Коконный завод. Там будённое руководил. Угу. Да пускай стоит так. Да я не хочу, чтобы лежку. Хватит. Я думал, придет. Ой, красота. Скоро тут вот лилии расцветут. Кувшинки. Вот. А вот. Торчат бутончики. Ну там две вот тут. Три. Уже три. Вчера две. Уже сегодня еще одна вылезла. А это все сидит здесь. Она никуда не уходит. Ягушка? Вон она. Ага. Второй день сидит. И зеленый вот тут еще тоже. А вон она, да, я вижу. Вон там подальше сидит, выглядывает. Ага. Ага. Квакушки. Зеленые. А я Юрию показал. Под цвет ряски. Вот травой как заросло.
В этом году меньше травы, да? Тут вот вообще все было заросшее вот травой. Куда тростник пропал? Так красиво было. Никто не видит, блин. Куда он делся? Говорят, толстолобик сожрал. Да? А где толстолобик? Что, съел и ушел? Не знаю, Илюшка. Ну, смотри, пожрал. А что он это не пожрал, вот это? Тишина. Юрик так сидит. Ничего не ловится. Нету ничего у Лёшика там. Ничего. В ведёрке. Кроме улиток. Варежка, что ты, Варежка? Кто открыл калитку? А? Митяй? Залили. Сейчас будут обгонять меня, как лошади. Как рыси. Еще вот жимолость немножко собрала. Юрику сейчас дам. Пускай попробует. Мой огородик. Как он мне нравится. Мои грядочки. Так вспомню, ребята, вот этот огород. Вздрогну. Вот это все было у нас засажено, эта половина. Вот так, до калитки. Сюда, по дорожке. Капец, да ну. Шмелик. Маленький. А тут уже вон ягодки. Но они несъедобные. Но все равно красиво, да? Где там Юрик наш работает? Отдохнул немножко. И работает. Ребенок мой. Я тебе принесла попробовать жимолость. Немножко осталось. Я же ел в прошлом году. Ты в прошлом году пробовал? Ну да, да. Да? О. Кисленькая такая. Угу. О, тут уже порядочек вырисовывается. Сейчас я Юрику помогу. Да что тут помогать? Да чуть-чуть, может вот это вот тоже, вот этот ряд туда поднять, туда вот. Зачем? Вот этот повыше. А тут будет вот место, там где может будем резать, да тут и складывать. А эти хорошие пускай для камина. Дровишки. Сейчас пойду перчатки надену. Ой, пыли сколько. Ага. Так не видно, а вот фонарик включила. Вот так вот. А то и дышать боязно. Вот так немножко
подняли. Тут вывезли вот это вот все. Вот такое вот его там попилить. Ой, а это такое гнездо было. Осиное. Угу. Офигеть. Вот строит же, да? Аля. Вот им тут раздолье было. Вон еще одно было. Вон. Висит. Где-то еще было. Да тут много было. Так. А тут нельзя убирать, потому что сыпется. Там вот сложены уже не так. Надо вот там сверху брать потихонечку. Сверху вот там вот. И тогда можно будет сложить дальше. Вот. А так вот еще сколько места. Можно еще столько дров наложить. Вот. Там внизу. Внизу уже осталась одна труха. Пускай уже лежит, как пол. Вот это вот. Ну вот. И тут более-менее порядок. Еще в одном сарае. Ну, это дровник. Это не сарай, дровник. Такой вот порядочек, все. Фух.